Итак, идет представление участниц самого первого сегодня забега. И вот Наташу первой вызвали. И вот у Наташи, конечно, задание сверхсложное, пожалуй, наверное, самое сложное из тех, что мы вынесли сегодня на тотализатор, потому что пробежать 3:20, тем самым улучшить чуть ли не на 5 секунд личный рекорд, ну, в общем, кажется, что шансов мало, но Наташа рвется в бой.